хочешь. Здесь нельзя строить. Можно, можно, все, все хорошо. Займемся этим. Достигло. Да, как-то все сложно становится. Вот прям от слова. Совсем. Да. Уничтожаем. Уничтожаем. Срочно все это уничтожаем. Трал. Бей их! Что-то мне не нравится это все. Враги напали на город наших союзников. Чем могу служить? Нас атакуют. Куда пойдем? Да, вождь. Духи не знают усталости. Вы этого испугались, да? Наших союзников. Дело сделано. Может, вы им поможете, я не знаю. В бой! Локтар Угар! Никто не уйдет! Тут кто? В бой, узников! О, тут наши. Отправьте подкрепление! Скорее! Ну, блин, обойдетесь, демонов. Час пробил. Интересно, если я вообще не буду им помогать, они как бы нас справятся? Атакуют. Или всем пофиг на это? Да. Молодец. Строй еще. Шелады, хозяин. Угу. Так, ну тут скоро и рудник иссякнет. Я говорю скоро, потому что, ну да, кого скоро. Кого убить? Вам нужна моя помощь. Куда едешь? Алло. Ша. А вот и подрывная бригада. С нами, мать, духи не знают усталости. Так, а чё-то у него маны нет, я не поняла. Немедленно. Я вождь. Бей, злодеев. Займёмся этим. Напали. Кажется, мне понадобится еще знахарь. Только скажи, куда? Дело сделано. Чего хочешь? С удовольствием. Дело сделано. Да, сделано, сделано. Только вот проблема в том, что мне нужны еще знахари. Локтар Угар. Честь. Я вождь. Черт. Духи не знают усталости. Правильное решение. Нас все меньше и меньше. Достигло. Это плохо. О, там еще дофига этих самых. Ну ничего, у меня как раз освободилось местечко. Враги напали на город наших союзников. А что, золота недостаточно? Ну бывает, бывает, да. Че надо, хозяин? Нас атакуют. Ничего удивительного. Хорошо. Фига. Надвигается буря. Локтар Угар. Да. Исследование завершено. Так, ну, пока что все в порядке. Сделаю. Чего желаете? Так. О, нифига они лес-то повырубали. Призываю к силам ветра, земли и огня. Так, ну что ж, нас уже достаточно много. Духи не знают усталости. Сейчас Трал придет в себя, немножечко подлечится, подхилится. И можно выступать. Займемся этим. Враги напали на город наших союзников. Да плевать мне на ваших союзников, честное слово. За честь. Пошли, бьем всех. Да.
Отлично. Так, знахарь. Пусть наших лечит. Чем вы тоже служить? Присоединяйтесь, дорогули. Рагули. Ага. Вот дорога. Так. Что бы мне подорвать-то такое? Прям даже поступай. Не знаю. Камикадзе, а? Где враги? Убегают. Ну ладно. Значит, будет уничтожать все подряд. Нас атакуют. Займемся этим. Час пробил. Кому? Ну вы че? Не, правда. Не знают усталости. Нас атакуют. Не хватает вам маны. Нужна моя помощь. Правильное решение. А вот это грустно. Вот дорога. Достиг го. Надвигается буря. Займемся этим. Так, давайте уничтожьте его, пока он ничего нового не создал. Духи не знают усталости. С нами, мать земля. Я вождь. За честь. Давай. О! Фига, земля отколышется. Это не просто землетрясение, это жесть. Настоящее самое, что ни на есть. Никто не уйдет. Ну, в общем, они тут грабят, уничтожают и все такое прочее. Им пофиг. Всем норм. Хорошо. Что надо, хозяин? Ты знаешь, что надо. С удовольствием. Говори, вождь. Враги напали на наших союзников. Так, ну у всех вроде здоровье что-то хорошее. Час пробил. На союзников не плевать. В буквальном смысле этого слова. И с этим разберемся. Подумаешь, башенка стреляет. Ну и что? Час пробил. Угу. А что, всех наших вообще перебили? Чем могу помочь? Понял. С этим мы сейчас разберемся. Так. Ну тут мы порядок-то навели. А теперь нам нужно вот сюда. Значит, мы возвращаемся назад. Вот, вот сюда. Как-то нас совсем мало стало. Сколько же потерь. О, демоны! А вот это внезапно было. Честно вам говорю, это было внезапно. Я не ожидала. Правильное решение. Немедленно. Займемся этим. Ох, ё-моё. Кошмар-то какой. Откуда же вы такие борзые-то? Демоны, блин. Духи не знают усталости. Вот что это было, да? И там еще двое. Блин. Локтаругар. Наш город. Духи не знают усталости. Правильно. Надо хилиться. Хилиться, срочно хилиться. Да, вождь. Что надо, хозяин? Вот тебе не обидно, что они твои башенки разрушают, а? Мне бы было обидно. Угу. Хорошо. Так, тут осталось изучить вот это. И в итоге я почти полностью прокачалась, это круто. Нужно золото. А, сорян. Чем могу помочь? И вас тоже мало осталось, это плохо.
Займемся я этим. Думаю, что пусть и в таком мини-составе, да. Но мы можем надрать зад этим тварям. Давай. Хреначих! Трал! Враги напали на город наших союзников. Немедленно. Я слышал зов. Я вот. Чего желаете? Ох, жесть. Духи не знают усталости. Да. Дело сделано. Ну что ж, остался Керн. Надвигается буря. Дезоны. Нифига ты их. С нами, мать земля. Эстинго. Так, все-таки Трала придется возвращать к жизни. Нужно золото. Это грустненько. Враги напали на город наших союзников. Да, вождь. Ну что ж, бежим, 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 бежим на помощь. Враги напали на город наших союзников. Бежим, 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 а мы бежим. Долго же им придется бежать. В принципе, это неплохая подмога, я считаю. Знахарей поставить где-то сзади, чтобы они потом подбежали такие, хопа, и всех излечили. У них, конечно, мана долго восстанавливается, но, в принципе, все не так уж и плохо. Во славу Орды! Духи не знают усталости! Так, покажи, что тут. Ага. Не так уж и много, сам. Дабу! Я боялась, что хуже будет. Бей их! Бей просто, бей, уничтожай! Гром, ты должен пойти со мной! И куда же ты собрался вести меня, мальчишка? Вот-вот свершится наша судьба! Теперь наш повелитель — лорд Монорох! Кто? Ты хоть понимаешь, что говоришь? Трал, ты всегда считал, что демоны испортили наш народ, но это лишь часть правды. Мы по доброй воле отдали себя Дренору. Я и другие вожди, мы пили кровь Монороха, Трал. Мы сами навлекли на себя это проклятие! Ты такое с нашим народом по доброй воле?